Всем привет, с вами Галактики, и мы продолжаем играть в X3 Рассвет Альбиона. И сегодня нам нужно немножечко подзаработать деньжат и купить недостающее количество микросхем. Давайте мы выполним, может, какие-то квестики. Сейчас посмотрим, что у нас тут есть в этом секторе из интересных вещей. Детали двигателей. Ха, 4 кредита. Интересно, я таких не видел штук. Полтергейсты, привидения. Эта ракета оснащена. Привидения копейки стоят. А вот полтергейсты, в принципе. А, нет, те же 3000. Ну, блин, ладно. Не буду париться, не буду собирать пока что их. Давайте мы перелетим. Во-первых, кстати, я хотел посмотреть, есть ли у нас солнечные батарейки, а их нету, эти солнечные наши электростанции, а их нету, поэтому давайте мы посмотрим, где они есть. Давайте слетаем в круг труда, потому что там мы еще не были, может быть, что-нибудь интересное мы там найдем. Как минимум, меня устроит вполне солнечная электростанция. Ну или может быть что-нибудь другое интересное. Так. Ракета Полтергейст. Ну, просто так через Полтергейст пролетать нельзя. Надо забрать. Тем более, что прямо по курсу. Почему она красным подсвечивается, я не знаю. Может, у меня заполнен трюм? А ну-ка. Грузовой отсек сейчас содержит ракета Полтергейст. Странно. Поехали. Что у нас тут? В этом секторе тоже идет война. Скорее всего, меня сейчас тоже встретят здесь противники. Вход в противники. Систему. Хотя нет, никого. Вроде бы. И вижу сразу солнечную электростанцию. К ней и направляемся. Так, что у нас еще есть интересного? Ранчо. М-Альфа. Ранчо. Солнечная электростанция. XL-Альфа. XL. Давайте мы пристыкуемся. Стыковка, а там разрешена. Вон, по-моему, идет война, действительно, таки тоже. Сейчас посмотрим. Интересно, во всяком случае, что там будет. Ну, батареек нужно купить, это в первую очередь. И не забываем смотреть миссии боевые, желательно миссии. Ну, остальные тоже, наверное, надо посматривать периодически хотя бы. Потому что можем пропустить какую-нибудь простенькую миссию, типа пригнать кораблик или еще что-нибудь типа того. Ну, а это мы и так на этом, на ускорителе попасть что-то не можем. Так, надеюсь, батареек здесь будет достаточное количество. Стыковка выполнена. От да. лица президента, сенатора и Аргонской Федерации с почетом приветствуем так. вас на борту. 500 батареек в прошлый раз, которые сетью. Мы купили, мы их очень-очень быстро потратили, по-моему. Поэтому давайте мы сейчас до 500 опять же возьмем. Батареи куплено. Все, чудесно. Отстегиваемся и давайте посмотрим, что у нас тут происходит. Раньше кремниевая шахта, рудная шахта. Ну, вроде ничего такого интересного и нету. Где у нас врата были? Вот, врата. Баронский. Морская лисица. Морская лисица. Столкнувшись с новыми угрозами, Баронский флот был вынужден пересмотреть свою доктрину. В результате в его составе появился тяжелый фрегат класса «Морская лисица». Один из самых мощных современных кораблей. Вот так вот. 3,1 гигаджоулевых щита. А скорость, самое смешное, что не намного меньше, чем скорость моего корабля М6-го. Размер трюма большой. Я, правда, не знаю, сколько у меня. Потом посмотрим. Оружие тоже разнообразнейшее ставится.
зажигательный бомбомет, боевой программный модуль. Даже видно, что у него стоит. Ну, короче, прикольно. Лисица. Ну, боронские корабли меня никогда особо не впечатляли, на самом деле. Просто потому, что они все такие рыбные. Так, давайте мы как-нибудь сейчас так. О, прикольно, турельки видно. Так, ну хорошо, мы летим в ту сторону пока ракета, что. Ракета Полтер, ракета Призрак. Призрак. И смотрим, что у нас. Так, боеголовка, материя, антиматерия, батарейка 18 штук. Боеголовки неинтересны. Призрак, полтергейст. И врата я только вроде одни вижу, да? Больше врат вроде бы нету в другие сектора. Ну, посмотрим, что у нас там. А, чей сектор? А, собственно, там край еретиков, скорее всего. Что там еще может быть? Ну, давайте слетаем в край еретиков. Я вообще хотел бы все-таки... Я вот не решился в прошлой серии на... Да, на эту, на космическую Одиссею, так, на галактическую Одиссею, и зря, наверное. Хотел все-таки слетать к секторам Аргон Прайм, и, ну, в общем, к центру галактики, ну, можно сказать, назвать это центром, центру Аргонской империи. Так, может быть, даже, да? Ракета Полтергейст. Потому что... Практически всегда. Раньше мы начинали вот где-то вот в том районе, в секторах Аргона. А тут мы, считайте, с другого конца галактики начали игру. Ну, Аргон тоже ведет экспансию, расширяет свои вот владения. Край еретиков. Так, край еретиков, и я вижу уже еретиков. Давайте мы избавимся от них. Только они с той стороны, по-моему. Давайте посмотрим сейчас. Земной. О. Рапира. Давайте мы вот с земной. Этого начнем. Сабля. С сабельки. Сдавайся. Нет? Ладно. Увидимся в аду! Земной рапира. Надо сейчас посмотреть. Я за последние пару серий довольно много поубивал земных кораблей. Надо посмотреть. А! О, так, отлично. Боевая миссия. Фабрика Раймс. Эль-Альфа. Так, фабрика Раймс. Сейчас мы. Я хотел пока посмотреть наш рейтинг. Стоп. Так, Shift A. Стыковка разрешена. Чуть я эту фабрику Раймс не разнес. Ну, точнее, она меня чуть не разнесла. Было бы очень и очень неприятно. Конечно аргонская, же, так. Стандартная аргонская есть? Космическая нет, станция. Ничего интересного у них тут нет. Так. Рейтинг с аргонцами пока что ниже не стал. Приятный весьма. Мы сохранились. Теперь давайте свяжемся с Лео и посмотрим, что мы скажем. Бить. Вам нужна эта работа? Просто. Оставшееся время 23 минуты. И, блин, 100 тысяч дают за убийство какого-то Лео. Лема, точнее. Недавно его видели... Взяли в заложники земляне. Его убили, когда мы не смогли заплатить выкуп. Так, понятно. Очень опасен, хорошо вооружен, но его нужно остановить. Его убили. У меня был... А, я понял. Был партнер Лео. Угу. Его взял в заложники пират и убил. Понятно. Завершите. Меня устраивает. Давайте я возьмусь за работу. Сообщение. Где его видели, мне скажите. Сундук сокровищ. Ну ладно, я не против слетать в сундук сокровищ. Сейчас только здесь немножко осмотрюсь. Пшеничная ферма. Эль-Альфа. К вратам заглянул. Вон, кстати, еще одни поломанные врата.
скорее всего, поломанные. Во всяком случае, выглядят именно как поломанные. Давайте посмотрим, куда ведут эти врата, и прыгаем в сундук сокровищ. Тихо, 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 тихо. Аргонский. Цербер. Цербер, тихонечко. Песик хороший, не надо Аргонский. Меня таранить. Цербер. Ну, куда? Куда врата ведут? Да что ж так далеко? Врата. Пояс астероидов. Пояс астероидов. Блин, непонятно, чей... чей сектор. Ну ладно, фиг с ним. Врата открыли, давайте мы убивать идем. Убивать в сундук сокровищ. Так, это не сундук сокровищ, правильно? Это... А вот, сундук сокровищ. Поехали. Поисковый двигатель заряжен на 10%. Я надеюсь, я не ошибся с сундуком сокровищ. Вход в систему. Ух ты ж, ёлки-палки. Что? Куда я попал? Куда я попал? Это сундук сокровищ? Что здесь делают земные станции? Земляне захватили сундук сокровищ! Вот это да. Я, наверное, пойду отсюда лучше. Я что-то резко так передумал выполнять этот квест. А ну-ка, сейчас давайте посмотрим. Сундук сокровищ якобы принадлежит Аргону. Хотя, блин, не хочется все-таки уходить. Давайте попробуем. Рискнем. Я не знаю, что получится, но, блин, попытка не пытка. Убегать нельзя позорно так. Давайте включим миссию убить, активировать наведение и смотрим, где он. А, он, кстати, вот один земной. Из пиратов. Поехали. Ятаган. Ятаганчик земной. 5 километров, как раз отлично. Мы... Вот хорошо, что я не улетел, потому что я бы просто мог сейчас улететь и пропустить такую халяву. Галактическую халяву. Главное, чтобы меня сейчас не убили. Вот эта вся армада, которая уже запускает по мне ракеты. Так, сейчас убиваем быстренько этого Лео. Ты об этом пожалеешь. Тихо. Давайте мы немножечко будем маневрировать. Корабль атакован. Кто-нибудь, помогите. Кто-нибудь, помогите, ты пират. Внимание. Ну, ладно, ты не пират, ты землянин. Энергия на исходе. Ну, тебе тоже здесь. Нет места. Ну вот, кстати, странно, что... Сектор стал якобы земным. Так, пушечки. А, блин, я турели свои не перенастроил. Точно, я забыл перенастроить турели. Черт, от моих щитов ничего не осталось. Я надеялся, что он скажет. Я сдаюсь, я выпрыгиваю. Фиг с тобой, забирай корабль. Нет, нет. Отлично, ракета Лео. Ракета Полтергейст. Сообщение. Ракета Полтергейст. Так, а теперь... Внимание, ракета. Уходим куда-нибудь. Земной. В омикрон Лира. Нет, Рапира. В круг труда. Погнали. Куда-нибудь. Давай. Заряжен. Внимание, давай. Ракета, внимание. Что, нет, не прыгается? Прыжковый двигатель не работает, наверное. Да, ну, блин, это слив. Это слив. А, нет, меня таки забрало. А ну-ка, вот что? Ха-ха! Я выжил. Непонятно как, но я выжил. Так. Не знаю, надолго ли. Так, выбор цели. Давайте хоть от Тора избавимся. Реально, это была жесть. Щиты у меня слетели очень быстро. Внимание, энергия тяжелая ракета Томагавк. Томагавк.
попасть по нему никак. Тяжелая ракета Томагавк. Ну, я, короче, буду надеяться, что она не за мной все же летит. Так, ну это, наверное, хорошо, что мы справились. Наш кентавр... Аргонские кораблестроители в аварийном состоянии. Кентавр на верфи в секторе Омикрон Лиры. По размерам он превосходит истребитель или легкий транспорт. У меня что-то поломалось или что вот этот значок, интересно, значит? Так, давайте, командная консоль, боевые. Так. Нет, не так. Давайте остановимся, чтобы я никуда не врезался дополнительно. Или все-таки... Аргонские кораблестроители. Через командную консоль, да? Вот турели, приказы турелям. Сбивать ракеты. Команда принята. Кормовая, правая и левая. Давайте пусть команда ракеты принята. Будут только. Команда принята. Потому что ракеты действительно могут создать море хлопот. Море. Так, смотрим. Задание. Отличная работа. Заплатил за свои преступления гадский землянин. И мы получили 94 тысячи кредитов. Супер. Мы даже успели... Так. Сейчас, конечно, будет интересно, сможем ли мы починить кораблик. Во сколько нам денег это обойдется. Так, давайте мы катапультируемся. И посмотрим, насколько безумная идея чинить корабль вот таким вот способом. Наверное, очень безумная. Я, кстати, могу посмотреть информацию, да? Аргонские кораблестроители. А, не могу. Создали кентавр на верхнем. Ну, допустим, 86% сейчас, да? Если мы выпустим Внимание. Весь заряд... Энергия на исходе. Всю энергию. Все. Сколько сейчас процентов? Информация. Кнопочка. Аргонские кораблестроители. Те же 86%. Понятно. Это можно было бы, конечно, в теории сделать, но не нужно. Конечно же, не нужно. Так, что у нас получается на севере? Край еретиков, да? Окей, край еретиков. Блин, это, конечно, печально, что здесь вот так вот все теперь в сундуке сокровищ. Но зато, с другой стороны, это интересно. Строится преимущественно на малых астероидах. Почему-то не видно, чья она. Ну, скорее всего, да, раз красная, значит, принадлежит этим землянам. А ракет-то сколько? Там можно было там все эти станции поуничтожать. Да, если бы я выжил бы там, конечно. Так, хорошо. Ладно, тогда мы смотрим. Ну, это было весело, реально. Куда мы можем прыгнуть, чтобы починиться? Давайте, кстати, заглянем в штаб-квартиру. Посмотрим, как у нас тут фабрика микросхем. Фабрики микросхем. Еще 6 микросхем есть. Отлично. Давайте Shift-J. Пойдем купим еще 6 микросхем. Нам больше подходят все-таки вот эти прыжковый вот врата. Прыжковый двигатель заряжен на 10%. Ну, было стрёмно вообще. Думал, мы сейчас проиграем. Я даже хотел уже загружаться. Но, правда, сейчас неизвестно, сколько мы на ремонт корабля потратим. И неизвестно... Кстати, сообщение. Сообщение. Ход можно в сообщениях посмотреть. PTNI. Давайте мы... Компьютерный завод Альф. Фабрика буровых установок. Фабрика микросхем Альфа. Стыковка разрешена. Автопилот включен. Хорошо. У нас есть здесь журнал сообщений. Мои сообщения. Смотреть сообщения. Так, отличная работа. Тут записи в журнале только, да? Нету сообщений о поломках.
А может, просто ничего не поломалось таки? Просто у нас корпус немного подбили. Потому что любое оборудование, установленное на корабле, ломается. Если щит на нуле, да, и корпус долбит, то ломается любое оборудование. Статус пилота. Как у нас тут делишки? Ну, тут ничего интересного не поменялось. В принципе, да. Мои миссии. Недавние активно, Альбион. Так. Ну, а корабле, в принципе, тут... ничего интересного и не пишут больше. А, кстати, вот по поводу вот этих вот определителей лучшего продавца и лучшего покупателя. Это, в принципе, полезно поставить на торговый корабль, да, если мы вот летаем, торгуем, то можно поставить на торговый корабль. Классно, вот определить лучшего продавца, и нам показывают в секторе самые, как я понимаю, хорошие цены. Что можно купить по самым выгодным ценам. То есть масло вот, да, как раз, допустим, тоже довольно дешево можно купить. То есть это все, что можно купить дешево. А вторая штуковина показывает нам просто все... все предметы, которые можно продать подороже здесь вот в этом секторе. Наверное, или наоборот. Наоборот. Цены это продать, а предложение купить. А что я там читал? Лучшего покупателя, продавца. Странно. Ну, понятно. Можно как раз в док оборудование полететь и ракеты попродавать заодно будет. Но это... сейчас, потом, со временем. Главное сейчас пристыковаться, починиться, купить батареек немножечко и починиться, попробовать таки отремонтироваться. И, по-моему, мы никак не можем чиниться в космосе, только на... или ремонтным лазером, собственно, да, лазером, или на верфях. От лица председателя корпорации Таллади, 7 микросхем. Приветствуем вас. Уже 14, еще десяток осталось купить. В принципе, здесь всего, всех ресурсов хватает, они будут здесь производиться, в принципе, хорошо. Фабрика буровых установок. Так, а теперь мне верфь, пожалуйста. А здесь верфи нету, да? А, есть, вот верфь кладите. Пристыковаться. Автопилот включен. Посмотрим, во сколько мне это обойдется. Ну, блин, конечно, нас серьезно так потрепал. Вообще здоровски очень было. Я даже не думал, что они захватывают именно полноценно сектора. Такого раньше в игре не было. Раньше никто сектора именно не захватывал. Тут захватили сектор и застроили себя. Вообще, фантастика. От лица председателя корпорации. Может, я, конечно, что-то не так приветствуем понял. Вас. Так, мы смотрим. Починить. Взаимовыгодному сотрудничеству. Контакт с местной торговой сетью. Куда? Стоп. Мне дать должны были... я что-то не понял. Мне должны были дать целую гору денег. 90, по-моему, тысяч, если я не ошибаюсь, за выполненный квест. Правильно? Почему у меня сейчас... а, я же этих купил. Да, ну, короче, починка. Починка. Я не знаю, это 1% или как стоит починить 200 тысяч. Да я даже посмотреть просто сейчас не могу. Конечно, круто. Круто. В своем стремлении догнать... по-моему, один из самых быстрых кораблей, ну, если не считать, да, земные корабли, по-моему, как раз это вот Пустельга. Своих конструкторских принципов. Давайте кнопочку и нажмем, посмотрим у нее, какая скорость. Пилоти отошли от своих конструкторских принципов. До 605. Зато получили самый быстрый серийный корабль. Не особо, в принципе. Ну, что-то запомнилось мне Пустельга. Так,
Что мы можем тогда сделать? Фабрика буровых установок. Давайте Альфа. Попробуем на фабрике буровых установок. Вы говорите взять с автоматической. Давай, могу начинаю передачу необходимой вам информации. Просто. Вы видите здесь свою выгоду? Патрульная миссия к сектору 18 миллиардов. Что-то мне как-то стрёмно. Куда-то вы говорите с автоматической... Выкладывай, пилот. Я так рад. Начинаю кодировать данные для отправки. Эта миссия не отнимет у вас много времени. Ну как, это мне нравится. 140 тысяч. Мне нравится. Сообщение. Только вот... Интересно, где? Убежище Наяны. Хорошо, убежище Наяны. Давайте сделаем эту миссию активной. Активировать наведение. И летим в убежище Наяны. Прыгаем. А, тут недалеко как раз. И хоть этот сектор прыжковый будет точно никем не занятый. 10%, 20, 30. Вход в систему. Убежище Наяны. Вот он, пиратский Nova Raider. Сейчас, секундочку. Прошу прощения, сквозняком двери открыла. Так, хорошо. Nova Raider, пиратский. Лечу к тебе на всех парах. У меня скорость меньше стала, да? Это вот из того, что я заметил. Солнечная пиратский. Но у нас тут только Raider. Вот этот вот Nova интересует. Остальные... Хотя... Пиратский. Лунь пиратский. Тянет так далеко. Пиратский. О, это Nova, вообще черти Raider. Где. Ничего себе. Пиратский. Ну, давайте мы, Лунь, может быть, с Луня начнем. Нет, он улетает. Быстрее, пиратский. Чем нужно. Nova, Raider. Может, он сдастся? Кстати, давайте мы его просканируем. Хотя у него, скорее всего, ничего не будет на борту, да? Но что, даром у меня сканер грузов, что ли? Подлетим поближе, просканируем, а потом выпустим в него все заряды. Я хоть стрелять еще могу? Могу. Вроде 5 выстрелов как раз полетело, нормально. Так. Подлетаем поближе. Сканируем. У нас есть, в принципе, да, полицейская лицензия. Мы имеем полное право сканировать всех, кого только захотим. Ну и поехали. Сплит надеется, что ты осознаешь, кого стреляешь. Сплитские пираты. Тревога. Не должны ни на что надеяться. Нужна помощь. Нет, не прыгает. Ну ладно. Цель отсутствует. Ракета сообщение. Бенша? У него вроде не было Бенша, у него, по-моему, был москит или что-то типа того. Грузовой или Бенша отсек была. Сейчас содержит. Не важно. Ракета Бенши. Не важно. Главное, что мы заработали 142 тысячи, почти 150 тысяч. Вот так вот, пах, и на тебя 150 тысяч. По-моему, неплохо. Хорошая, очень удачная миссия. Аргонская фондовая. После внесенных галактических законов микросхем 0. Жалко. Давайте посмотрим, что там за задание. Все-таки, если вдруг опять какая-то халява, то надо сделать. Надо будет сделать. Так, сколько там? 30. Вы говорите... Что скажешь, пилот? Яна... Калт. Ох! Так, вовремя! Есть работа! Начинаю передачу сундук данных. Сокровищ. Хватит на меня таращиться. Вам нужна эта работа или нет? Вакансия для пилотов с боевым опытом. Сундук сокровищ. По-моему, как раз из сундука сокровищ я только и вылетел. Там как раз в нем и беда у нас, да? Да, нет, спасибо. Я пока что в сундук сокровищ... Не ногой, хотя... Ай-яй-яй, миссия пропала.
Блин, в принципе, если это, да, патрульная миссия, мне бы, со мной бы полетел бы небольшой эскорт, и... В принципе, у нас были бы хоть какие-то шансы. Ну ладно, давайте посмотрим, вспомним, где у нас еще есть одна фабрика микросхем. Ага, запомнили. И нажимаем Shift J, путешествие на Яна и на северные врата. Прыгаем. Поехали. Будем пока что немножко покоцанным таким летать, подбитым. Скорость немного меньше, да, но в принципе не критично. И потеря скольки там, хотя там на 3 метра в секунду, на 4, по-моему, скорость стала меньше. Так, фабрика микросхем. Есть что? О, есть. Ну, наконец-то. Хотя, чему я радуюсь, я не знаю, тем более, что там вот как раз летят торговые корабли туда. Транспортные, да? Так, будем надеяться, что мне хоть что-нибудь оставят. Я говорю, что я не знаю, чему я радуюсь, потому что сейчас мне нужно будет захватить ксенонский L. Ксенонский L. И я не знаю, совершенно не знаю, как мне это сделать. Нужно найти какой-то забытый ксенонский сектор, если такие вообще есть. Стыковка. Мне кажется, выполнена. Что в каждом ксенонском секторе весьма опасно. 23, блин, микросхем. Мне не хватило, по-моему, 3 микросхемки. Да, давайте миссии посмотрим. Да, 3 микросхемы не хватило всего-навсего. Давайте посмотрим вообще, сколько у нас сейчас денег здесь. А то я что-то... 68, ну на 3 точно хватает, и мне миллион дадут. Так, пиратских... Нов. 3 штуки. Блин. И хочется, и колется, потому что 3 новы меня разберут. Так. Ладно, давайте посмотрим, где у нас еще могут быть микросхемки. Здесь вот в теории могут. На Таладийской фондовой бирже. А, нет, кстати, на Таладийской фондовой бирже не могут быть. Значит, в слезах скупости... На торговой станции Теллади были микросхемы, да. Обладают минимальной функцией. Ну, не знаю, давайте попробуем. Мне все-таки 3 штучки всего лишь надо. Буду надеяться, что 3 сможем купить. Если нет, то немножечко полетим вниз. О, кстати, прыжковый маяк прыжковый здесь в центре. Класс. Заряжен на 10%. Полетим на 20. Юг. На юг. По карте откроем там пару секторов. Вход в систему. Я так немного хаотично, конечно, прыгаю. То туда, то сюда, но... Так, а ну-ка. Космические станции Теллади одна микросхема. Обладают минимальной функциональностью. Они построят... Торговая станция Теллади. Ну, давайте. Автопилот отключен. Недалеко. Купим хотя бы одну, и то хорошо. Можно было бы сейчас, в принципе, вернуться уже в штаб-квартиру... Как она там? КПНА? Или что там было? Не помню, как назывался этот сектор уже. Блин, я стыковка разрешена. Плохо нажимаю на Ctrl-A иногда, чтобы, да, пристыковаться к станции, ну, на автопилоте. И лечу такой, думаю, он сейчас развернется. Он знает, куда лететь, я просто не вижу, что автопилот не включил. Так, ладно, торговля. Стыковка выполнена. От лица председателя корпорации Теллади. Приветствую. Еще 2 осталось где-то найти. Давайте, да, мы слетаем. Как тут сектор называется? Выбрать Братан, целью. Яркая прибыль. Яркая прибыль. Слетаем в яркую прибыль и будем надеяться действительно на яркую прибыль, которую мы получим после продажи этих. Дурацких не продажи, после доставки этих дурацких микросхем. В принципе, да, в теории, все, что мы потратили, с лихвой окупается теми деньгами, которые мне выплатят после миссии. Но... Пришлось, конечно, повозиться. Это заняло гораздо больше времени даже, чем я думал, займет. Но все равно получилось гораздо меньше, чем вот те серии, которые у меня вышли с
с, получается, с плохим звуком, который я перезаписывал. Там я тоже начал летать. Там я, правда, полетел, исследовал, получается, вот эти вот сектора, яркую прибыль. Здесь еще пару секторов. Здесь, получается, сектора Тылади, рядышком сектора Боронов, а потом отсюда будет портал, по-моему, или не отсюда даже, портал отсюда. Из большой, или из межмиров. Так, я уже запутался, откуда портал. Короче, ну, неважно. Ну, в смысле, не портал, а, да, переход, врата. К паранидам в центр галактики. Фабрика грез. Фабрика грез. Нам неинтересно. А я что-то торговую станцию. А, вот, Тладяниевый завод. Нет, Тладяниевый завод, а я торговую станцию. Тладяниевый завод. Цветочная ферма. Цветочная ферма. Эль-бета. Что-то реально торговую станцию никакую не вижу. Странно. Так, врат вроде других нету. Может, они есть, но я их не замечаю. Ладно, полетели дальше. А, вон, вижу. Торговые станции, космические станции. О, 4 микросхемы, ребята, мы победили. Наконец-то мы победили. Причем меня, как обычно, радует то, что мы победили, да, не сдаваясь, не смотря в интернете, не ища легких путей. Так, хорошо. Стыкуемся, покупаем, получаем бабло сейчас. Наконец-то можно будет спокойно передохнуть. Но, конечно, недолго, потому что сейчас впереди ждет самая противная миссия. Самая долгая, наверное, стыковка самая нудная. Выполнена. От лица председателя корпорации Тылади приветствуем вас. Мы всегда рады. Миконтакт с местной торговой сетью. Хорошо. Очень хорошо. Так. Теперь возвращаемся. Возвращаемся наконец-то. Давайте, кстати, мы, наверное, полетим, откроем врата, посмотрим. Ну, не откроем, да, откроем врата, посмотрим, куда они ведут. Куда они ведут и где они вообще. Так. Давайте мы сделаем так. Барон, выберем целью кораблик и посмотрим энергии. Как раз. А, вот врата, хорошо. Чтобы можно было потом прыгнуть просто сюда, к вратам. Все. Сила компании. Я рад. Сюда мы только можем прыгнуть. Хорошо. Все, ребят, теперь я нажму на паузу, пока я долечу. Тут там через двое этих прыжковых, не прыжковых, а как они, ускорители, через две пары надо лететь. Короче, пока на паузу, пока доберусь, и там наконец-то мы сдадим этот дурацкий квест. Наконец-то я добрался до исследовательской станции Берил. И вот они, мои три лазерные башенки, которые я выбросил, да? Надеюсь, они не будут мешать мне при... Так, я не туда автопилот нажал. Так, автопилот. Стыковка разрешена. Автопилот. Все, стыкуемся. Сейчас у нас заберут все это барахло, которое мы собирали на протяжении 3 серий или 4, я уже даже не помню. Во-первых, заберут как они назывались? Компьютерные детали мы уже привезли. Сейчас заберут у нас микросхемы, и после этого заберут импульсные пушки, которые мы тоже, в принципе, уже купили еще, скажем так, заранее, позапрошлый, по-моему. Еще раз спасибо, сержант. Я разговаривала с командором Дериком по поводу вашей дальнейшей работы для нас. На этой исследовательской станции мы разрабатываем новые технологии дронов, основанные на кораблях терраформеров и ксенонов. Именно эта технология помогла нам выиграть войну в Солнечной системе. Однако у нас мало материалов. Нам нужно несколько ксенонских кораблей, чтобы продолжить эту линию исследований. Если бы вы могли раздобыть и предоставить нам эти корабли, мы вознаградили бы вас частью технологии, которую разрабатываем. И вот это вот как раз печалька. Потому что захватить ксенонские корабли довольно тяжело. Так, давайте посмотрим, брифинг почитаем полностью. Доставьте L, ксенонский L, в исследовательскую станцию Берил. Сложность сложно. Получим 100 000 кредитов плюс цену корабля. Окей.
То есть надо будет его тоже починить еще на всякий случай. Ну, хорошо, ребят, на этом пока что я серию закончу. Пойду почитаю немного по поводу захвата кораблей, может, где лучше захватывать, потому что тут я буду очень-очень долго пытаться искать места подходящие и пытаться захватить. Может, мне пушки какие-то поменять лучше, да? Есть более подходящие пушки для захвата кораблей. Поэтому, ну, пока что посмотрим. В любом случае, всем спасибо за то, что смотрели. Всем пока и увидимся в следующей серии.